Я Артур Гачинский. Привет, я Лиза Токтамышева. Мы находимся в Италии на летнем сборе в Пинзоло. Уже здесь 5 недель. Да. Подготовка идет хорошо, прекрасные условия. Катаемся, занимаемся УФП. Вот Артур играет в теннис у нас тут. Лиза бегает по 2 часа. Работаем с хорошими хореографиями. Специалистами. Джеффри Баттл к нам приезжал. Вот, поставил очень хорошие, красивые программы, что Лизе, что мне. Артуру короткую, мне произвольную. Поэтому готовимся к сезону на все 100% и выкладываемся на тренировках. Все, что можем, делаем. 250. Да. Поэтому находимся в горах на высоте 700 с небольшим метров. Да. Поэтому, когда спустимся в Питер, вообще... Нам будет очень легко. Да. Все. Хорошо, спасибо, ребята. Удачи. Спасибо вам. И до встречи в новом сезоне. Спасибо вам.